С самого раннего утра дорожные службы муниципалитета вышли на очистку дорог и дворов. Более 250 человек и около 50 единиц техники занимаются ликвидацией снежного покрова. Ситуация с коронавирусом не осложняет труд дорожников. МБУ «Дорсервис» работает в штатном режиме. Все сотрудники перед началом рабочего дня проходят медицинский осмотр. Мы добавили в этот осмотр, который подразумевает тест на алкоголь, измерение давления и еще некоторые процедуры, мы добавили обязательно термометрию, да, когда человек измеряет температуру. Мы закупили достаточное количество термометров бесконтактных для того, чтобы эту работу организовать. Режим самоизоляции граждан способствует меньшему количеству машин на дорогах, а значит более качественной и быстрой уборке. Снег увозят, а дорожное полотно обрабатывают специальными антигололедными материалами, которых осталось с запасом из-за бесснежной зимы. Мы израсходовали около 50% противогололедных материалов, и по сути 50% запас у нас остается на складах и на базах для того, чтобы с наступлением уже следующего сезона их применять. Активно чистятся дворовые территории. Все работы происходят слаженно. Снег с пешеходных дорожек убирают лопатами и тракторами, после чего он вывозится грузовыми машинами. Еще с ночи было выведено более 50 единиц рабочей техники, такая как трактора, мини-погрузчики, щетки, отвалы. Вот. Все это запускается, соответственно, в те места, где это в первую очередь необходимо. Такие социальные объекты, как, к примеру, детская поликлиника, чистятся в первую очередь. В течение дня, если снегопад не останавливается, уборочные бригады могут вернуться на особо значимые объекты. Случись такой снегопад месяца два назад, цены бы ему не было. Но в конце марта сугробы уже не радуют. Однако синоптики утверждают, что такая погода не продлится долго. Уже 2 апреля установится стабильная плюсовая температура. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.